Но пока Дэнни Джейкоб все-таки не выигрывает этот бой. Я не знаю, насколько он следует плану. Может быть, он не следует пока еще своему плану на бой. Но первые два раунда я все-таки считаю, что они в пользу Геннадия Головкина. Да, согласен, с небольшим преимуществом. Головкин джебом атакует. Да, поджал соперника канатом хорошо, но выпустил, не получилось доработать. На ногах Джейкобс хорошо сработал, потому что пошел сначала в одну сторону, потом резко изменил направление движения, что тоже очень важно делать против Головкина. Если идти все время в одну сторону, он быстро тебя загонит в угол или прижмет к канатам. Левый боковой неплохой был в исполнении Джейкобса. И вот первый правый прямой от Геннадия Головкина. Ну, там, правда, перчатка была подставлена. По туловищу справа Головкин попал. На ближней дистанции пытается отработать Геннадий. Поджимает Геннадий. Продолжает теснить соперника к канатам и ждать его ошибки. Плотный джеб. Джейкобсу ни в коем случае нельзя останавливаться, иначе он будет расстрелян. Джейкобс пытается контратаковать, пытается встретить. Посмотрите, как уже несколько раз Геннадий Головкин вот реагировал на движение Даниэля Джейкобса уклонами, отклоняясь назад от его ударов. Он все видит. Пока что Джейкобс не может его ничем удивить. Только вот этим своим перемещением. А выброшенными ударами едва ли. И джебом практически Дэнни не работает. Видимо, опасается. Потому что как только передней рукой начинает действовать Дэнни, тут же у Головкина есть свои козыри, которые он и демонстрирует. Требует от Джейкобса продолжение движения. Низковато, низковато сейчас пробил Джейкобс. Но задумка была ясна. Встретить соперника плотными попаданиями по туловищу. Хорошо. Попал Джейкобс. Головкин попал, но, правда, в лоб, но тем не менее. Ну вот Геннадий Головкин, мне кажется, сейчас хочет вытащить соперника, заманить его в свою игру, обменяться с ним, попасть. Но Джейкобс пока очень дисциплинирован.